Торжественный вечер, посвященный Дню Героев Отечества, состоялся в городской администрации. В центре внимания ветераны Великой Отечественной войны, кавалеры Ордена Трудовой Славы, герои социалистического труда, почетные граждане областного центра. Все теплые слова сегодня в их адрес, потому как от усилий этих людей зависело будущее страны, ее благополучие. Не все смогли прийти сегодня в этот день. К сожалению, выходить из дома многим не позволяет состояние здоровья. Ценить нужно каждого человека, кто прожил такую сложную жизнь, и был соответствующим образом отмечен государством, городом. Эти люди заслуживают глубочайшего уважения за то, что они сделали. И вот если говорить о молодежи, то молодежь должна быть очень внимательна к старшему поколению.